Да ни хрена себе, вот это прикол. Бомба! 79-го года техника, я в шоке. Низко пошел. Я хочу. Обалдеть ты, что я в шоке. Обалдеть. Удивительная рядом, я в шоке. Да. Охренеть! Ветер боковой! И всякая электронная стабилизация! Руками 23 февраля, это лучший праздник! Вот, я в шоке! Нет, просто, ну, молодец ты это! Смотри, как висит ровненько! Обжая! Автомат перекос и ха-ха! Вот такую тему надо замутить, и мне больше ничего не надо. А вы сразу понимаете, а? Да конечно, просто сейчас нету. Он сейчас же идет по сути на подушке на этой, которая... Ну-ну. Вот это все. Лучший отдых, лучший, Саня, это лучший 23 февраля в моей жизни. Я тебе говорю, это просто кайф. Ну ветер боковой, короче, мне кажется. Понятно. Не, ну Костян, нам нужна, короче, стабилизационная тема по-любому, короче. Нужно прогрессировать. Это технология просто 79-го года. Так летает, ты летает, Саня, летает. Я не верил, что летит. Блин, просто бомба! Блин, вообще, охренеть! Вот это? Что ты, Костянчик, да? Вот это да! Я реально, это просто класс! Это что-то! А я тебе залетел в этот ангар! Да, да! Да, там два идет, два ошибка, да? Вот это ручка назад, ты даешь пол. Оборота двигателя, то есть 8 двигателя и красный. А это уже автомобиль рекордный. Да. Вот, да, Охренеть. Батина машина, Стойте. Не. Только не папин бот. Что ты делаешь?
Так, осталось еще три вертолета испытать. Да, его, да?